Я рад снова приветствовать вас на программе Фестиваль Манны. Меня зовут Перри Стоун. В течение нескольких недель мы планируем снять выпуски в нашей студии. Я буду делиться словом, которое, я верю, важно услышать с народом Земли сегодня. Это послание называется ⁇ Голос зверя ⁇ Когда я говорю о звере, многие люди, которые не знакомы с библейскими предсказаниями, не понимают, о чем я. Это слово я взял из двух книг Библии. Одна из них — книга Даниила, вторая — Откровение. Это так называемые апокалиптические книги. Апокалипсис — это нечто явленное, что было сокрыто до определенного времени. У апокалипсиса есть свой собственный символизм. Апокалипсис происходит от слова «голос». В Библии мы встречаем голоса людей. Голос Бога, голос Святого Духа и голоса демонов и сатаны. Есть голос нашего внутреннего человека, как говорил апостол Павел. Это голос нашего Духа, который обращается к нам через наш разум и сердцем. И, наконец, есть голос зверя, о котором мы будем читать сегодня в книге Откровения. Наш основной отрывок из книги Даниила, 7 глава, 7 стих после сего видел я в ночных видениях, и вот зверь четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный. У него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает, остатки же попирает ногами. Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов было у него. Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними еще небольшой рог. И три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед ним. И вот в этом роге были глаза, как глаза человеческие, и уста, говорящие высокомерно. Давайте остановимся на этом отрывке ненадолго. Что это за голос зверя? Здесь мы видим, что у него был голос. Наше изучение будет построено на этом факте. Позвольте мне объяснить подробнее. Десять рогов зверя представляют собой десять наций, десять царей, которые будут правиться вместе с Антихристом. В этом отрывке Антихрист представлен маленьким рогом с устами, говорящими высокомерно. Мы видим, что благодаря тому, что этот рог говорит, у него есть определенная власть и авторитет. Его речи хвастливые и надменные. Запомните это слово. О десяти рогах, десяти царях и антихристе. И давайте перенесемся в другой отрывок: первое послание Иоанна, первая глава, первый стих. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши. О слове жизни. Этот стих, как мы скоро увидим, очень хорошо укладывается в наше рассуждение. О голосе зверя. Голос зверя разносится по всем народам мира. Говоря об Иисусе, Иоанн написал о том, что мы слышали. А затем он пишет, что видели своими очами. И, наконец, что осязали руки наши. Все это связано с нашими эмоциями. Люди увидели чудеса Иисуса и уверовали в Него, именно потому что видели. А затем люди услышали голос с небес. Это был голос небесного Отца, который был слышен здесь, на земле. Об этом написано в Евангелии от Иоанна, 12 главе, 29 стихе. Услышав, они поверили. В Евангелии от Марка, 5 главе, 29 стихе, говорится о силе Божьей. Это история о женщине, которая подошла сзади к Иисусу и хотела незаметно коснуться Его. Божья сила вышла из тела Иисуса и передалась ей и она моментально исцелилась. Через видение и слышание люди могут чувствовать самого Иисуса. Также люди будут ощущать нахождение этого зверя в будущем. Они будут видеть, что происходит что-то очень странное, и слышать слова, сказанные этим образом зверя. Давайте посмотрим подробнее, что это за голос зверя и кто такой сам зверь. В седьмой главе книги Даниила мы видим, что слово «зверь» используется шесть раз на арамейском и на иврите. В этом отрывке говорится о звере и о различных других животных, которые представляют собой разные царства эти царства появятся в истории, начиная со времен Даниила и до наших дней. Зверь же, несомненно, связан с Антихристом. В книге Даниила 7 главе говорится также и о Римской империи. Слово ⁇ зверь ⁇ используется в книге Даниила 6 раз. В самой главной апокалиптической книге в Библии, в книге Откровения, мы также встречаем это слово 43 раза. В Откровении мы видим два разных греческих слова. Одно из них используется для живых существ. Например, орла, льва, быка, человека. Они собраны у Божьего престола и славят его, как мы читаем в четвертой главе книги Откровения. Мы читаем о них не один раз в книге Откровения. Это Божьи создания. Небесные создания, которые встречаются на протяжении всей книги и всегда находятся у Божьего престола. Это один из случаев, когда в книге Откровения используется слово «зверь», слово «которое нас интересует» упоминается в 13 главе книги Откровения. Иоанн видит зверя, восходящего из моря и похожего на медведя, барса и льва. В 7 главе книги Даниила также упоминаются образы этих трех зверей. Они символизируют территорию Вавилона, Ирана и Греции. Это территория современного Афганистана, Пакистана, Ирака, Ирана, Ливии, Сирии и принадлежавшей когда-то Греческой империи территории Северной Африки, а также современный Израиль все эти земли будут подвластны зверю, как говорит Библия в книге Даниила и в Откровении. В книге Даниила и в Откровении есть слово для зверя, которое описывает его именно как Антихриста. У него семь голов и десять рогов. Образ слова «рога» мы встречаем также в книге Даниила во второй главе. Это десять пальцев на ногах истукана. Десять рогов на голове дракона представляют собой десять народов, которые восстанут из Средиземноморской земли и будут править над всеми прилегающими к этой земле территориями. Это не только территории на побережье Средиземного моря, но также и все соседние земли. Сюда относятся не только Афганистан, но также и Персия или современный Иран. Это те территории, из которых восстанет зверь. Давайте посмотрим снова на книгу Даниила, седьмую главу, седьмой стих. Я пытаюсь сопоставить отрывки из книги Даниила и книги Откровений, чтобы вы увидели, что в них речь идет об одном и том же, а именно о царстве, которое возникнет в последние времена. А что же зверь в книге Даниила? Цитирую, у него большие железные зубы. Он пожирает и сокрушает. Давайте поразмышляем. Железные зубы несокрушимые. Невозможно их повредить или отколоть от них кусочек. В отличие от наших настоящих зубов, железо представляет собой войну и сражение, а также силу. Сила в устах, которые поглощают. И что еще интересно, в Откровении 7 главе, в 25 стихе мы читаем, что этими же устами зверь говорит высокомерные речи. Он говорит против эль всемогущего Бога. Или, как говорит Библия, против Бога богов. Я хочу еще раз подчеркнуть, что территория, на которой все это будет происходить, это страны, окружающие современный Израиль. Некоторые из них — государства на берегу Средиземного моря. Другие, такие как древний Вавилон, современный Ливан и Сирия, а также современный Ирак. Пророчество говорит нам о территории Древней Персии, а также современного Афганистана. Вы можете зайти на мой канал в YouTube и посмотреть мои изучения, посвященные Афганистану. Я уверен, что то, что сейчас происходит в Афганистане, является исполнением предсказаний. Особенно то, что касается распространения радикального ислама. И несмотря на то, что все происходящее является нежелательным и пагубным, мы видим, как через это исполняются Божьи предсказания. Давайте поговорим теперь о голосе зверя. Дело в том, что в наших словах есть сила. Мое любимое слово об этом — это притча, 18 глава, 21 стих. «Жизнь и смерть во власти языка». Обратите внимание, именно уста Антихриста являются наиболее опасными. Давайте посмотрим Евангелие от Луки, 21 главу, 25 и 26 стихи и будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение. И море вошумит и возмутится. Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную, ибо силы небесные поколеблются». В переводе короля Иакова мы видим акцент на тех действиях, которые произойдут. В Библии указаны знамения последних времен. Все это будет предупреждать людей о том, что время пришло. Люди будут видеть активность в космосе, а также по всей Земле будет голод, моры и землетрясения. Как сказано в Слове, все это говорит о последних временах. Народы будут в недоумении недоумение — это эмоция. Версия короля Иакова говорит нам в Евангелии от Луки о том, что люди будут в смятении, не зная, что делать. Хочу сказать вам, что за всю мою жизнь, длиной вот уже 62 года, не было такого, чтобы целые народы не знали, как справиться с какой-то проблемой, как уменьшить смертность или как справиться с экономическими последствиями эпидемии. Народы находятся в смятении. Повсюду войны, слухи о войнах. У одной из самых сильных наций в мире, как вы, наверное, уже читали, Случились перебои в электроэнергии. Это нация, от которой множество других народов получают ресурсы. Народы находятся в смятении. Я хочу перенестись немного вперед во времена великой скорби. Я хочу задать вам очень важный вопрос. Он возник у меня совсем недавно. Изучая Писание, я всегда задаю себе вопросы. Что же делает зверя таким успешным? Например, когда мы читаем 13 главу Откровения, мы видим, что будет начертание зверя или метка, без которой люди не смогут ни покупать, ни продавать. В 20 главе сказано, что люди, которые не примут эту метку зверя и не будут поклоняться его образу, будут убиты. Будет сформирована новая религия в тесной связи с политической системой. Все, кто не будет следовать с постановлением со стороны политической системы, будут обезглавлены. В греческом языке слово обезглавливание обозначает то, что у человека отрубают голову топором. И это не какая-то хорошо организованная публичная казнь. Напротив, в этом есть что-то жестокое. Я думал о том, что сделает этот порядок, установленный зверем, успешным. Послушайте меня очень внимательно. Успех зверя основывается на страхе. Остановитесь и задумайтесь об этом на минутку, если вы не будете поклоняться образу зверя вы будете убиты. Если вы не примете начертания зверя, то не сможете продавать и покупать. Без этой метки у вас не будет работы. И в конечном итоге вас убьют. Я говорю сейчас не о нашем времени. У меня есть изучение о том, как то, что происходит сейчас, настраивает и программирует людей на то, чтобы принять то, что будет происходить в будущем. Когда я говорю о признаках последних времен, это не обязательно относится к тому, что происходит прямо сейчас. Но сейчас мы видим, как людей программируют на то, чтобы в будущем они приняли начертание зверя и его системы. В 13 главе книги Откровения мы читаем об экономической системе этого царствования зверя. Эти 10 наций, о которых мы читаем, будут связаны друг с другом торговыми и экономическими отношениями. Снова и снова, изучая это слово, я подумал, что система зверя действует, потому что она основана на угрозах и страхе потери. Посмотрите. Какой самый большой страх у людей сегодня? Наши самые большие страхи связаны с потерей работы. Наши самые большие страхи связаны с потерей жизни. Наши самые большие страхи связаны с ситуацией, когда мы больше не способны оплатить счета, а также с потерей здоровья или брака. Все это вместе я назвал бы безопасностью. Люди хотят чувствовать себя в безопасности, а эта система зверя даст им ложное чувство безопасности. Я могу сказать, что самый большой страх у большинства людей — это страх смерти. Пожалуйста, следуйте за мной и за моей мыслью, и давайте поразмышляем вместе. В книге «Откровения» 12 главе 11 стихе сказано «Они, то есть люди, Победили его, то есть сатану, кровью Аганса и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Обратите внимание, что они победили сатану словом свидетельства своего, то есть ваши слова имеют силу. То, что вы говорите, имеет силу. Сердцем верят к праведности, а устами исповедуют к спасению. А в Библии сказано, что если мы исповедуем свои грехи, то Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит от всякой неправедности. Власть дается верующим по их словам и их исповеданию. Все мы знаем о том, какая непростая ситуация в мире сегодня. Тысячи людей погибают. Особенно это касается людей старшего поколения. Однако 30-летние и 40-летние люди тоже не застрахованы. Кажется, у этого мира проблемы с тем, чтобы понять, почему христиане не боятся умереть. Я уверен, что те люди, которые знают, что им придется уйти из жизни в раннем возрасте, безусловно хотели бы прожить дольше, но у них нет страха. Ответ. Потому что мы верим вечную жизнь. У непрощенного грешника нет обещания вечной жизни. Он испытает вторую смерть, а именно попадет в ад. Почему же истинные христиане не боятся смерти? Потому что мы знаем, что смерть — это переходный момент. Это двери в новое путешествие. Это отделение души и духа от тела, после которого мы переносимся в рай. Поэтому невозможно угрожать Божьему сыну или дочери тем, что они не попадут в рай. Мы, верующие, будем править со Христом в тысячелетнем царстве. Так давайте посмотрим с самого начала. Во-первых, будет воскресение мертвых. Мы получим новые, освященные славой тела. Далее мы будем править в течение одной тысячи лет на земле. В Откровении 20 главе сказано, как Христос перестроит всю планету во время своего возвращения. Если же мы примем метку зверя, его правление и его систему, то мы будем изгнаны в ад вместе с ним. В этом случае мы не сможем правиться вместе со Христом, Поэтому мы проповедуем сегодня то слово, которые выслушаются, мы предупреждаем людей о том, что произойдет в будущем. Система зверя, которая хватит всю планету, имеет ресурсы для пропаганды. Эта пропаганда воздействует на нас из мирских каналов информации, а также это могут быть отдельные политики. Самое большое оружие врага. Это слова страха и смерти. Страх ⁇ самый простой способ контроля. Когда вы говорите, что у людей не будет денег, если они не сделают то-то и то-то, вы контролируете их с помощью страха. Также, если вы говорите, что они потеряют работу или будут голодать, самое большое препятствие. Это то, что сатана будет пытаться контролировать нас с помощью страха. Но Библия говорит, что мы свободны от него. Второе послание к Тимофею. Посмотрите первую главу, седьмой стих. «Ибо дал нам Бог духа не но силы и любви, и целомудрия. Послушайте внимательно. Когда вы ничего не боитесь, в вашей жизни просто нет страха, потому что совершенная любовь изгоняет всякий страх. А вы знаете, что Бог позаботится о вашем будущем. Тогда чего вам остается бояться? Что может вас напугать? Бог дал нам не духа боязни. Это означает, что Он хочет, чтобы вы жили в любви, в мире и в целомудрии. Если у вас нет страхов, в том числе и страха смерти, то система зверя никак не сможет повлиять на вас. Задумайтесь. Если у вас нет страха, вас невозможно контролировать. Я буду очень честен с теми, кто еще не отдал свою жизнь Иисусу. Ваше будущее ужасно, потому что вам абсолютно нечего ожидать от него. Поэтому очень важно, чтобы вы заключили завет с Иисусом Христом. Покайтесь в своих грехах, а затем продолжайте узнавать о нем, следовать за ним, изучать слово. Поэтому смерть для христианина не страшна. Мы получим новое тело. То, что наши дух и душа покинут эту планету, для нас, христиан, совсем не страшно. Надеюсь, это послание подтолкнет вас к тому, чтобы стать христианином и следовать за Господом. Также я хочу представить вам очень динамичную серию изучений, которые вы сможете услышать до конца этого года. Заказывайте эти изучения по телефону или на моем сайте. Адрес сайта – peristone.org. Это очень ценные материалы. Я действительно хочу, чтобы вы услышали это. Я вернусь к вам буквально через одну минуту. Здравствуйте, это Пэри и у меня важное объявление для вас. Теперь вам доступен Международный пророческий саммит. Лучший саммит, в котором я когда-либо участвовал. Он доступен на аудиодисках и DVD. Там вы найдете 11 посланий от меня, Билла Клауда, Марка Билса и Джоэла Ричардсона. А вот как называются некоторые из этих посланий открывается ли сейчас книга с семью печатями. Притча о и что она означает для Америки. Что бы сделал Иисус во время этой гражданской войны? Библейский ответ на пришельцев и НЛО я поделюсь словом под названием «Новая зеленая сделка» и ее экономическое влияние на вашу семью. Еще одна проповедь называется «Слово для Америки из пророчества Авакума». Другое слово называется «Который сейчас час». Билл Клауд шокировал публику посланием под названием «Берегитесь, РФ, РАФ». Я также поделюсь словом под названием «Отвечая на трудные апокалиптические вопросы, на которые никто не отвечает». Затем Марк Биллс поделится словом Иеремия пророк для наших дней. Закончу посланием, должны ли вы готовиться к переходу Пэлла. Я хочу сказать вам, что это слово на сейчас, оно пророческое. Оно отвечает на вопросы, вас ждут новые версии посланий. На передаче вы видите лишь 20 минут послания, а я проповедую еще 40 минут. Кроме того, мы не показываем на передаче послания наших спикеров. Иногда их информация направлена лишь на определенных слушателей. Ее не примут, если ее выложить в соцсетях. Я расскажу вам, как получить этот цикл. Если вы хотите получить сборник из аудиодисков, то заказывайте предложение 21PS-CD за 65 долларов. Если же вы хотите заказать DVD, то я советую вам заказать его. Тем более, что Марк Билдс всегда дополняет свои проповеди иллюстрациями. Для этого заказывайте предложение 21PS-DVD за 95 долларов. Вот как вам сделать заказ. Вы можете позвонить по номеру, который видите на экране, или зайти на наш сайт, чтобы сделать заказ через интернет. Вы также можете отправить нам чек по адресу, который указан на экране. Не забывайте, что ваши деньги идут на служение Голос евангелизации, чтобы фестиваль Манным и дальше мог выходить в эфир. Мы живем в величайшие пророческие времена. Мы стали свидетелями битвы двух царств. Вы сможете вооружиться как следует, лишь в том случае, если вооружитесь откровением и истиной Божьего Слова. Советую вам позвонить, посетить наш сайт или написать нам прямо сейчас. Пусть Бог благословит вас. Обратите внимание на новые города, которые мы посетим в следующие несколько недель. Друзья, невозможно переоценить важность приобретения следующих учений с пророческого саммита этого лета. Для телевидения мы редактируем учения. Я лично прошу монтажера вырезать какие-то куски при компоновке выпусков. Вам жаль, но простите меня, я не изменю это. При отборе видеоматериала на телевидении нужна особая мудрость. В учениях на конференциях мы говорим все открытым, и это моя родная публика. Но мы не вещаем такие вещи в телепередачах. Мы поступаем правильно. Давайте будем мудрыми, как змеи. Есть места, где мне сказали, вас смотрят и уменьшают громкость, когда им что-то не нравится. У себя дома вы сможете посмотреть версии служений без монтажа. Это режиссерская версия нашего саммита. Здесь 11 проповедей. Мы хотим, чтобы у вас было это учение, потому что некоторые из них изменят вашу жизнь. Также... Они помогут вам понять время, в которое мы живем. Сыны Сахара были людьми, понимающими время. Бог открывал им то, что нужно было делать Израилю. Это данные о том, что станет будущим с нами и как нам поступать. Пожалуйста, закажите весь набор. Здесь вы увидите множество важных иллюстраций. Ну а теперь послушайте график наших предстоящих поездок. Заходите на наш сайт. Иногда места поездок меняются. Мы хотим, чтобы вы знали, куда именно мы поедем. Итак, мы приедем в Церковь, Дом Свободы в Ковингтоне. Это произойдет 14 ноября 2021 года. Церковь, Дом Свободы в Ковингтоне. Жители Ковингтона, мы никогда не проповедовали у вас. Собрание будет в воскресенье. Так что... Присоединяйтесь. Мы будем проводить собрание в воскресенье вечером, а затем мы посетим общину Его Церковь. Это Оуэнсбора. Мы будем служить там 21 ноября 2021 года. Христиане из Оуэнсбора ждите нас. Мы стараемся посещать такие регионы, где мы никогда еще не были. На носу Новый год. Мы приедем к тем, у кого мы уже бывали, и проведем конференции с пятницу по воскресенье.